стихия как уровень доверия. В течение 2-3 месяцев мы все стали свидетелями серьезных землетрясений в Алматы. Мы видим панику и нервозность населения этого мегаполиса. Мы видим и неготовность этой власти к таким катаклизмам и на данный момент. Народ знает, что в случае чего верить и надеяться на эту власть нельзя. Мы сейчас приехали с командой на соревнования в Алмату, и с таким быстрым осведомлением граждан, честно, очень страшно тут находиться, не говоря уже и о местных жителях. Наше правительство верит в какое-то чудо, небось пронесет, ничего не случится, так как у них нет никакой готовности в принципе к природным катаклизмам. Все эти разные пустышки, сирены, оповещения и другие методы — это все хорошие кормушки для поедания бюджетных денег. Надо признать, что наша власть не готова ни к чему. Ни к наводнениям, ни к пожарам, ни к землетрясениям, ни к чему. Элементарно взять крупный пожар у нас в Кустанайской области, свидетелем которого была лично я. Оснащение служб у нас на нуле. А наше правительство прокомментировало, что такие происшествия дают нам опыт. Опыт? То есть многолетнего мирового опыта недостаточно. Такие особо опасные места должны быть на первом месте на контроле. О какой коррупции может идти речь в таких местах? Люди, которые сидят наверху и занимаются подобными территориями, вы настоящие убийцы. От ваших действий гибнут люди. В случае чего народ уже понимает, что защиты у государства ждать не придется. Только вера в себя и все. Тут же всплывает вопрос, а нужна ли нам такая власть? Власть импотент, от которой нет пользы. Мы должны выбирать себе власть сами, сильнейших и достойных. Мы должны жить лучше и богато. Вот это наша цель и мечта. Будьте с нами, с Народной оппозиционной партией. Алла Казахстан.